Прикурить не найдется?
шоу. Вместе до конца.
старикан сказал, что ты изменился. Я подумал, пиздит, как дышит. Сказал ему, я слишком хорошо знаю Василия, но это твоя борода? Не ожидал. Это тебе твой мастер приказал, а, старый? Нет! Не благодари. Друзья для того и нужны. Теперь сможешь нормально побриться. Сраный кусок железа. Я пущу тебя на металлолом. Да! Давай, покажи, чему тебя монахи научили. Или тебе сначала размяться надо. Так себя чувствуют перед смертью, когда вся жизнь проносится перед глазами. Хотелось бы, чтобы моя жизнь крутилась вокруг чего-то большего, чем Беркут. Когда я увидел, чем он стал, получеловеком, полутостером, то осознал, что это мог быть я. Когда-то мы были как близнецы-братья, оба выросли на улицах. Умели наслаждаться простыми радостями жизни, драками во дворе и мелкими кражами. Я всегда был сильнее его. Мне казалось, что умным из нас двоих был он. Я всегда прислушивался к нему. Думал, что наш выбор всегда будет совпадать. Беркут заменил мне семью. И даже несмотря на весь мой ум, он не смог убедить меня последовать за ним в тот последний раз. Теперь я понимаю, мы с ним не решили еще один вопрос.
сейчас же. Вот он, предатель. Попался. Попался. Thank you.
с этими уродами голыми руками не справиться. Надо найти оружие. Ты же создал этих тварей. А еще я перегрузил систему безопасности в твоем блоке, благодаря чему ты и выбрался. Что тебе нужно? Для начала уйти с этой линии. Если хочешь освободить друзей, то направляйся в секцию Альфа. Подбери с охранника переговорное устройство, и я создам защищенный канал. Секция, в которой ты находишься, была заблокирована защитным протоколом. Ты не можешь их обойти? Нет, но там есть аварийный выход на поверхность. Судя по схемам, один из них расположен в инкубаторе на другой стороне лаборатории. Я не уйду отсюда без своих братьев. Это обходной путь. Снаружи ты проберешься в секцию Альфа через ее вентиляционную шахту. Просто чтоб ты знал, я тебе не доверяю. Что ж, это обоюдное чувство. Yeah.
Сколько же вас еще? Подайте его!
Я удивлен, что ты не спрашиваешь, почему я помогаю тебе.